Всем привет! Сегодня для нашего постоянного клиента из города Химки приготовили полиуретановые эмали для покраски тракторов МТЗ. Полиуретановые эмали 50% глянца, цвета по каталогу РАЛ 80-22 6 литров, 70-40 3 литра и 30-00 1 литр. Эмали перелиты в пластиковые емкости для более надежной доставки до города заказчика. В комплекте отвердитель на весь объем. Весь заказ клиенту обошелся в 19 195 рублей, доставка транспортной компании СДЭК до города заказчика 1480 рублей, 1-2 дня в пути. Если вам также нужны эмали для покраски вашей техники, поставьте лайк, так это видео увидит как можно больше людей. Не забудьте подписаться на мой YouTube и телеграм-канал. Все контакты есть в описании к этому видео.